В честь Дня Победы для люберецких ветеранов устроили экскурсию на российско-итальянское предприятие по производству сыров. Оно располагается в Октябрьском. Ветеранам подробно показали процесс приготовления сыров, ну а сами они с удовольствием поделились историями боевой славы. Необычную экскурсию для ветеранов подготовил люберецкий предприниматель совместно с администрацией округа. В честь Дня Победы героям войны устроили путешествие на настоящую итальянскую сыроварню, где раскрыли секреты производства молочного продукта и провели дегустацию мягких сыров. С инициативой вышел предприниматель, который открыл сыроварню. Эта идея нам показалась очень интересная, потому что помимо того, что показать ветеранам, как делается хороший продукт, было желание пообщаться. Директор молочной фермы рассказал старшему поколению, как родилась идея создать итальянское производство сыра в городском округе Люберцы. Какие ингредиенты входят в состав продукта? Насколько это трудоемкая работа? Трудности есть всякие, нюансы. Производство тяжелое, любое производство, оно тяжелое. Вот, но мы стараемся. Вот, сейчас вы попробуете, мы вас угостим, соответственно. Сыровары, не отрываясь от производства, гостеприимно и весело встретили героев. Конечно, что нас посетили ветераны, что мы удостоены этой чести, что они прошли мимо. После экскурсии ребята из соседних школ в свой выходной накрыли стол для победителей. За чаепитием гости делились впечатлениями и вспоминали, как совсем еще юными мальчиками и девочками отважно пошли защищать родину. Вот молодежь сидит, смотрит на нас и думает, какие же они уже древние, да? А в 41-м году, когда началась война, нам было столько же, сколько вам сегодня. В завершении встречи ветеранам подарили символичные букеты красных гвоздик и свежие сыры для праздничного стола, приготовленные специально для героев Великой Победы. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.